Анонс и дата выхода нового турецкого сериала «Меркурий». Премьера нового сериала состоится уже в начале осени на турецком канале ТРТ-1. Главные роли в сериале исполнили Севда Эргинджи и Гекче Айкилдыз. «Меркурий» – это турецкий сериал в жанре драмы. Станет для поклонников киносериалов настоящим сюрпризом, так как после некоторого отсутствия вновь на экраны возвращается популярная турецкая актриса Севда Эргинджи, которую многие зрители полюбили по сериалам «Запретный плод», «Пробуждение», «Великие сельджуки» и другие. В последнее время зрители смогли увидеть актрису Севда Эргинджи по сериалу «Чужая», проект которой, увы, не имел достаточно высоких рейтингов. Конкретно содержание сериала «Меркурий» на данный момент держится в тайне. Однако известно, что над сценарием проекта работают такие мастера, как Бурджу Йылмаз и Пинар Кая. Режиссером сериала стал Шенол Санмез. Напомним, премьера нового сериала назначена на осень 2022 года. Если вам нравятся турецкие сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.